Улицы, засыпанные снегом, заваленные обломками порушенных домов. Снег то девственный, не по-городскому белый, то густо присыпанный летучей копотью пожаров. Город стал пешим. Расстояния обрели реальность. Они не измеряли силы своих ног. Не временем, как раньше, трамвайным временем, автобусным, а шагами. Иногда количеством шагов. От этого город обрел новые очертания, независимые от транспортных маршрутов. Когда-то только своя улица и ближние к ней имели протяженность, выхоженную ногами, физически ощутимую. Блокадную зиму попасть с Васильевской на Петроградскую, с Выборгской на Невский означало поход, и готовились как к походу. Тропинки крутят между снежными сугробами, заледенелыми троллейбусами, тропинками к домам, прорубям, к магазинам, тропинки через Неву, через площади, тропинки к райкомам, райсоветам. Тротуары завалены, люди ходят посреди мостовой. Окна повыбиты, заледенелые фанеры, заткнуты подушками-матрасами, и всюду торчат трубы буржуек. На щитах, закрывающих от осколков витрины магазинов, объявления. Продается гроб, делают печки-времянки, меняю кубометр на дров пшеницы.